За 3 месяца работы свинокомплекса «Поляная» после банкротства прирост поголовья скота составил 2000 голов. Всем рабочим выплатили задолженность по зарплате. Сейчас утепляют сараи и достраивают водоисточник. На возродившемся свинокомплексе побывала наша съемочная группа. Сейчас в Поляном откармливают на продажу около 1500 поросят. За 5 месяцев они наберут в среднем до 110 килограммов. Потом их повезут на рынки Приамурья. Пока свинину реализуют только в нашей области. В перспективе Хабаровск, Биробиджан и Якутск. Но для этого предприятию нужно встать на ноги. Однако прирост на 2000 голов за 3 месяца, по мнению специалистов, уже достижение. Увеличить поголовье животных на 2000, сохранить костяк предприятия, то есть я имею в виду специалистов и самих работников, то есть свиноводов от корма, свиноводов маточника. Дальше восстановить технологию кормления, то есть работают автоматические линии раздачи кормов, и восстановили численность осеменения свиноматок. То есть в будущем мы планируем выйти на 12 тысяч голов. Когда свинокомплекс в Поляном оказался на грани банкротства, его купили благовещенские бизнесмены за 25 миллионов рублей. Они сохранили штат и, более того, предложили работу уже уволенным на тот момент сотрудникам. До покупки здесь задерживали зарплату почти на полгода. По словам рабочих, до прихода нового руководства у них не было даже униформы. Сейчас все долги уже выплатили. Более того, восстановили премиальный фонд. Что у нас, хоть даже было или проблемы с зарплатой, мы же все равно работали. Ну и сейчас также работаем, но набирают потихоньку. Сараи вот улучшают, утепляют. Ну, есть стимул работы. Как бы руководство стремится к лучшему. Не так, как было. Сейчас поляны утепляют на зиму, почти достроили водоисточник. Нет проблем с выделением денег и на лекарства для животных. Животные в удовлетворительном состоянии. Здесь производят очистки все, да, свинарников своевременно, как положено. Животные прививаются от всех болезней. У нас разработан план мероприятий, чтобы не допустить здесь никаких вспышек опасных заболеваний. Штат в основном остался прежним, около 80 человек. Но руководство говорит, что в ближайшее время, возможно, появятся новые рабочие места и поднимутся зарплаты. Потому что в ближайшие месяцы здесь будут и еще пополнять поголовье. В среднем на 2000 поросят в месяц. Светлана Сотникова, Иван Сюмак, Новости дня, информационное агентство «Порт-Амур».